Всем здравствуйте, с вами Android. Android сегодня хотел сказать о очень интересной игре, несмотря на то, что выглядит она очень примитивно, я имею в виду по графике. Игра называется The Town Souls. А сразу предупреждаю, что игра требует обязательно джойстик. Я подключу свой джойстик и делаю на нем обзор. Нам показывает этого персонажа, да, он, как видите, вид сверху. А мы с вами можем перемещаться, перекатываться, да, если нажимаю кнопку А, и использовать специальную стрелу, таким вот образом направляем и отпускаем. Наша основная задача — это путешествовать по различным уровням, открывать различные ворота и сражаться с различными боссами. А когда я ее запустил, ну, думаю, что за игра такая непонятная. Но когда начал в нее играть, реально игра затянула меня полностью. Мы заходим в различные такие вот двери. И теперь мы сейчас сразимся с боссом. Боссов будет очень много, и у каждого босса свои особенности. А здесь мы встречаем какого-то непонятного пузыря, и в нем есть сердце. Мы в это сердце стреляем и должны с вами его до конца, так сказать, убить и разделить. Мы обязательно должны убегать от этого, от этих пузырей, потому что если они нас коснутся, мы с вами умрем. Как вы видите, как вы заметили, вот эта стрела, когда вылетает, да, для того, чтобы опять ей стрельнуть, нам нужно обязательно ее притянуть к себе. Боссов будет очень много, очень большое разнообразие. Я, кстати, ни разу этого босса не убивал. Может, сейчас получится это сделать. Мне самому интересно. Офигенная графика. А, не получилось у меня это сделать, и меня пузырь, так сказать, прибил к полу, я умер. Но, к большому счастью, тут есть типа точки сохранения, те, с которыми мы воспроизводим нашу игру. Давайте я вам покажу еще одного босса, тоже какой-то непонятный. Я сам еще так толком в нее не играл, но игра реально понравилась, да, возможно, даже в нее буду проходить. Заходим в следующую дверь, сейчас еще более странный босс будет. Какой-то непонятный мы подходим, непонятный какой-то... Ну, я не знаю, какая-то фигня. Стреляем из лука. Не получилось. Давайте стрелим. И он начинает двигать какой-то непонятный глаз. Использует какой-то специальный луч, который нас может убить. Ага. Я, кстати, так и не понял, каким образом... Куда надо стрелять в него, чтобы в него попасть. Я так думаю, в глаз надо стрелять ему. Но, как вы видите, сложно. Сложно сейчас раздавить мне. И меня он завалил. Вот такая интересная и прикольная игра. А всем советую, плюс, ну, конечно же, в ней есть атмосфера, хорошая музыка, графика не такая уж крутая, но все равно. Минусом является то, что игра требует джойстика. Это многих, мне кажется, отпугнет. Кстати, вот так мы можем с вами открывать различные двери. И сейчас давайте посмотрим напоследок, какой здесь же босс интересный присутствует. Я его сам еще не видел. Так, какое-то непонятное желе. Ой-ой-ой-ой, видите, какие разнообразные... Злодеи на нас нападают. Короче, я поставлю данной игре, наверное, 5, потому что реально игра того стоит. А с вами был Android. Всем пока.